17 по 21 апреля в городе Курган, площадь Слосмана 6 у ЖД вокзала, состоится выставка «Рыбные деликатесы Сахалина и Камчатки». Сочная, вкусная, ароматная рыба холодного и горячего копчения ждет вас с 17 по 21 апреля. Площадь Слосмана 6 у ЖД вокзала. Город Курган. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. С 17 по 21 апреля выставка «Рыбные деликатесы Сахалина и Камчатки. Рыба холодного и горячего копчения». Площадь Слосмана 6 у ЖД вокзала. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу синоптическая ситуация в Зауралье обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, за которым хлынет полярный воздух. Это значит, что дожди постепенно станут переходить в заряды мокрого снега, ударят заморозки, на дорогах образуется гололедица. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени около нуля, местами небольшой снег. В Кургане облачно, временами ливневые осадки, дождь, переходящий в снег. Гололедные явления, ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, порывистый, температура воздуха около нуля. Днем в Кургане облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, гололедица, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый, температура воздуха около нуля. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. 21 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!